Я люблю Россию. Межнарусская, у меня дети здесь родились. Но по крови я грузин. И перед самим собой, про то, что я тебе говорил, я бы так не смог поступить. Потому что, ну, это неправильно, с моей точки зрения, с моего воспитания, это не позволит сделать. Выгоду ради футбола? Нет. Выгода – это клубная карьера. А что касается сборной, ты представляешь честь своей страны. Для меня это важная очень тема, как бы. Нет, я люблю Россию, я здесь вырос, у меня много очень друзей. Но, к сожалению, я бы играл только за сборную Грузии.